Посылайте посыл в космос. За нас, болейте за нас. Те, кто нас любит, естественно. Те, кто не любит, болейте за других ребят. За тех, кого любите. За тех, кого любите, да. Я вообще считаю то, что почему-то все такая злая. На самом деле, я вам скажу так, что в эфир выходит только самое негативное в основном. Поэтому складывается впечатление о человеке такое. На самом деле, я нормальная. Вот. Новенькие, которые приходят и которые видели меня только по эфирам, очень удивлены, что я нормальный человек, когда начинают со мной общаться. Поэтому, ребят, на самом деле, не такая я плохая, как кажусь на экране. Вот, так что да, у нас сейчас будет борьба. Поддержка необходима, потому что с нами выходят, да, никто с нами выходит, Купины и Кабаклы, очень сильные ребята, достойные тоже победы, я считаю. Мы за честный бой, мы ни в коем случае для... Мы ни в коем случае не будем говорить какой-то негатив про остальных ребят, дабы выглядеть по сравнению с ними как-то хорошо. Мы за честную борьбу, за открытую, вот, просто вводились такие аргументы, что якобы ребята встречаются дольше, чем мы, поэтому они более достойны победы. Мы не считаем так, мы считаем, что срок вообще не важен, сколько ребят вместе. Мне кажется, что можно встречаться и месяц, и понять, что вы любите друг друга, и вы уже к этому готовы. Поэтому вот так. Поэтому будем бороться. Ребят, все, кто за нас переживает, я вас очень люблю. Передаю вам всем огромный привет. Всем, кто нас любит, смотрит, поддерживает. Мне очень приятно, что есть адекватные у нас люди, которые понимают, что мы находимся на проекте и в основном показывают негатив. И адекватно как-то смотрят на это все с пониманием. Ноги кривые, пишут. Господи, ну какие есть. Какие Бог дал, других нет. То, что вы пишете мне всякую грязь, есть очень много людей, которые пишут грязь. Едем мы сейчас в городские, как раз у нас сейчас будет бой в Масле. Три пары будут бороться за выход в финал. Вот, ну мы будем бороться до последнего. Я думаю, что все-таки мы победим. Я в этом, честно говоря, даже не сомневаюсь, поэтому... Поэтому, ребятки, болейте за нас, нам ваша поддержка необходима реально, потому что с нами очень сильные участники сейчас будут бороться. Мы единственная пара осталась, которая представляет Дом-2. Остальные пары с проекта SSL. Шабарец Розы уже вышли в финал. Так что, если мы все-таки сегодня победим, я в этом не сомневаюсь, то в финале мы будем бороться с Шабарином и Розой. Что вы скажете по поводу этой пары? Как считаете, ребята, достойны победить? Спасибо, ребят, спасибо, что поддерживаете. Нам очень приятно, да, Дань? Мы не подведем. Честно признаюсь, в Масле я не боролась никогда. Вот, сохраню обязательно эфир, посмотрите. В Масле буду бороться в первый раз в своей жизни. Надеюсь, в последний. Вот, сделала уже себе хвост, подготовилась. Вот, так что... Сейчас уже подъезжаем к городским. Сделаю себе пучок серьезный, чтобы не сломить его никак было. Так.
Так, ладно, ребятки, все, мы уже подъехали. Я вас люблю. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Ну, а мы готовы к борьбе?